Энергетики региона поддержали инициативу президента Республики Казахстан в рамках года волонтера. Теперь ряды волонтеров области пополнятся новыми лицами, независимо от возраста и статуса. Главная энергетическая компания региона не осталась в стороне в год волонтеров. В течение всей своей деятельности руководство и сотрудники ЗАП «КазРЭК» всегда уделяли большое внимание оказанию помощи нуждающимся, в особенности своим ветеранам энергетики, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Нынешний год волонтера стал еще одним стимулом для компании творить добрые дела, объединять людей и служить народу. В этом и заключается ключевая цель волонтерского движения, считает председатель правления ЗАП «КазРЭК» Жакоб Хайрушев. У нас всего 1600 работников, из них есть в 12 районах 16 районных электрических сетей. Соответственно, в каждом районе мы там также, вчера я уже на своем селекторном совещании попросил, призвал своих коллег организовать в тех районах небольшие группы волонтерства, с тем, чтобы там в районах также под эгидой Западно-Казахстанской РЭК осуществлять какую-то помощь коллегам, помогать односельчанам. Я вчера буквально зарегистрировался. Честно говоря, я не знал про этот сайт. Я вот увидел в соцсетях призыв руководства области и незамедлительно зарегистрировался. Там ничего сложного нет на самом деле. Как официально стать волонтером, рассказали специально приглашенные гости, которые наглядно показали, как можно зарегистрироваться на сайте региона volunteer07.kz. Сайт был разработан по поручению главы региона Гали Искалиева для тех, кто хочет стать волонтером и кому нужна помощь волонтеров. Сегодня мы встретились с сотрудниками ЗАП «КазРЭК». Здесь мы объяснили и рассказали им, кто такой волонтер, чем они занимаются, рассказали о специальном сайте, где они могут получить информацию и зарегистрироваться. В нашей области на сегодняшний день около 10 тысяч волонтеров, которых объединяет 60 волонтерских движений. Развитие добровольческой деятельности является важным и для общества в целом, и для самих волонтеров. Участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что особенно важно для молодых людей. Альбина Кубаргалиева, Рустем Мощанов, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.